А в завершении выпуска видео из Нефтеюганска. Наши коллеги из пресс-службы МЧС Югры сняли, как провожают на пенсию спасателя. На заслуженный отдых отправили майора внутренней службы Антона Ветрова. Он отдал любимому делу жизни более 18 лет. Последняя его должность – старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 6-го спасательного отряда МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. По старой традиции, уходящего со службы под звук сирен спецтехники окатывают водой из бронспойтов. Так с ветерана символически смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть. Не помешал провести церемонию и мороз, ведь выбирать не приходится и по долгу службы. Борются с огнем спасатели в любое время года.